Я здравствуйте, хочу с вами поделиться, как я на Делшекере приобрету купон за монеты и пойду сделаю себе прическу. Так, выбираем сервис. Сначала я, наверное, выберу Европу. Так. Так, теперь наберу окрашивание. Вот предложение. Нажимаем на него. Два раза. Так. Покупаем предложение. Один купон. Я иду одна. Так, для того, чтобы приобрести, мне нужно будет ввести пароль транзакции. Сейчас. И нажать покупка. Ура! Я приобрела купон. Нажимаем посмотреть на купон. Вниз. Вот. Здесь вы видите, что я купила купон, номер купона, число сегодняшнее. И показывает, что он не активирован. Для того, чтобы активировать купон, нужно... Сейчас я покажу. Вот это и есть купон. Его нужно распечатать и прийти в то место, где вы собираетесь делать услугу. Обязательно проверьте, посмотрите, самое важное, вот номер и дата. До какого использовать купон? Вот она. Спасибо всем за внимание.